Всем привет-привет, ребята! Вы на канале Игры с куклами, и мы продолжаем читать сказки из книжечки «Чудесные сказочки малышам». И сегодня я прочитаю для вас сказку «Репка». Все знают эту сказочку, правда, ребята? Рапунцель, а ты знаешь сказку эту? Конечно, знаю, Белоснежка. Я очень хорошо знаю эту сказку, и она мне очень сильно нравится. Я даже мультик смотрела такой по этой сказочке. Да, все ребята, наверное, знают эту сказку. А кто хочет еще раз послушать, садитесь и слушайте. И смотрите картинки. А вот и наша репка, которую посадил дедушка. Как вы уже знаете, давайте посмотрим. Вот домик, в котором они жили. Посадил дед репку в огороде. Выросла она большая-пребольшая, спелая да душистая. Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабу. Взялась бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Кого же они дальше позовут? Давайте мы увидим. А вот и внучка ихняя. Позвала баба внучку. Схватилась внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Что будет дальше? Кто это прибежал к ним? Песик. Кликнула внучка собаку, жучку. Уцепилась жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Что же будет дальше? Привела жучка кошку. Вот и наша кошечка рыжая. Ее звали, здесь не сказано как, просто сказано кошка. Взялась кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку серую. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянули репку. Вот как они дружно все справились с заданием. Все, на этом эта сказка закончилась. Все ее знают хорошо. Видите, как помогла им дружба ихняя. Один дед не смог вытянуть. А вот мышка маленькая прибежала и им помогла в конце. Хоть она и очень маленькая, но они были все вместе, дружно, и поэтому они справились с этим заданием. А так один дедушка не смог бы это сделать, и даже с бабушкой не смог, и с внучкой не смог, и с жучкой, и с кошкой не смог, а пришла мышка, и они все вместе смогли вытащить репку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеро их принимало участие в том, чтобы вырвать репку из земли. Вот какие они молодцы, дружные все. Не побоялась кошка жучку, а мышка не побоялась кошку, пришла и помогла им. Эта сказочка учит нас дружбе, что вместе легко что-то делать, а одному очень тяжело. Ну все, на этом всем пока-пока. Заходите на наш канал, слушайте новые сказки. Пока-пока!